Сегодня сотрудники МЧС провели очередной урок выживания для нижегородских школьников. Практическое занятие прошло на озере Сортировочное. Старшеклассники из 168-й школы помогали выбраться из воды спасателю. Для этого использовали обычные палки, веревки и специальные средства, которые есть в арсенале у сотрудников МЧС. Главное ЦУ – не выходить на лед. С каждым днем он становится тоньше. Это было необычно. Это было в какой-то степени даже сложно. Ну, очень сильное напряжение идет на мышцы, целого человека вытаскивать из-подо льда. В принципе, тут физическая подготовка нужна какая-то человеку определенно. Ну и пятым, третьим классом обязательно показывать, как вот это происходит и прочим. Дети ведь, они нередко выбегают на лед, вроде нас, там, повеселиться, что-нибудь интересное посмотреть, те же рыбаки. Их с детства надо приучать, что на льду нужно вести себя безопасно, а если кто-то попал в такую ситуацию, как нужно действовать, чтобы ему помочь? В данный момент уже на водоемы выходить опасно, уже лед не такой прочный, и что в любой момент можно провалиться. Где-то он отошел от берега метра два-три, одна толщина, дальше он пошел, и уже может шаг его уже быть опасным. Он проваливается, все, а действие его, он не знает, как действовать. Вот для этого мы их учим.